Ну вот, некоторые особенности работы минимизатора мы посмотрели. Давайте теперь посмотрим работу с емкостной нагрузкой. Будем включать конденсатор и, возможно, найдем резонансные эффекты. Вот у нас сеть показывает почти 220 вольт, 50 Гц. Есть у нас вот такой конденсатор. Четыре микрофарада, 600 вольт. Ну, старый КБГ МН. Раньше в стиральных машинах такие стояли. Хороший конденсатор, металл бумажный, неполярный. Вот мы его возьмем, включим в сеть, как обычную нагрузку. Посмотрим, что у нас емкость нагрузка будет показывать. Он у нас показывает напряжение 219, ток 0,28, 50 Гц. То есть конденсатор является активной нагрузкой. Посмотрим параметры мощности. Вот, пожалуйста, мощность 0, полная мощность 62, косинус фи единица. Теперь то же самое включим через минимизатор.